Приготовьтесь, друзья мои, к косым фигурам этой прекрасной машины. Включен форсаж. И побежали! Поехал! Сейчас относим звук туда подальше. Не можем мы в полной мере насладиться ревом на форсаже двух мощных АЛ-31F. И тем не менее сразу со взлета полупетлю закладывает экипаж и выходит слева с проходом для приветствия всех зрителей авиасалона «Макс» под ваши аплодисменты. Пытаются найти возможность сделать горку. Вот пошла горка с углом 70-80 градусов. Облачность позволяет. Переворот. И плоский штопор. Управляемое вращение на больших углах атаки. Те самые блинчики, о которых мы говорили чуть раньше. Су-30СМ является серийной модификацией, поступающей на вооружение Воздушно-космические войска Российской Федерации. Производится в городе Иркутске на корпорации «Иркут» на Иркутском авиационном заводе. Вновь высматривает возможность показа вертикальных фигур. Смотрите, вот нулевая скорость, многотонная машина, тем не менее развернулась вокруг оси, и вот сейчас только разгоняется. Экипаж военно-морского флота и летчик-испытателя увидели окошко и все-таки выполняют настоящий колокол. Скорость самолета 50 км в час. Они остановились в небе. Под ваши аплодисменты Су-30СМ. Движение на хвост. Сход с колокола. Все под контролем. Опускает нос и разгоняет тяжелую машину. Наличие ПКО и второго летчика добавляет веса этой машине по сравнению с рядовым Су-27. Тонны на две он тяжелее, друзья мои, но тем не менее. Посмотрите, как легко и прекрасно выполняет пилотаж летчики в этом небе. Вертикаль вверх, переворот, и пошла вертикаль вниз. Земная поверхность стремительно приближается. Ручку на себя сейчас на выводе с перегрузкой. Вот вы видите срыв потока. Динамичный выход, горизонтальный полет. И летчики вновь приветствуют вас. Они не могут поаплодировать. Делайте за них вы. Форсированная петля. Обратите внимание на тот малый радиус. И вновь пошло движение вперед. Самолет оборудован современным бортовым комплексом, управляемым вектором тяги и бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Мощнейший многофункциональный авиационный комплекс под названием Су-30СМ. Внимание налево. Летчики выполняют катушку. Раз. Это
бочка на больших углах атаки. Порядка 60 градусов. И вот они вышли на минимальную скорость. Самолет идет по небу. Скорость 70 км в час. Вы видите, как работает активно ПГО. Ваши аплодисменты Су-30 СМ. Действительно, 70 км в час. Многотонная машина. Это настоящее чудо, друзья. Летчики вновь приветствуют вас. Подтянули ручку и пошел форсированный разворот с пространственным маневрированием. Этот самолет принадлежит морской авиации военно-морского флота России.